Карачаево-Черкесии проводится капитальный ремонт автомобильных дорог. Он ведется на 6 объектах. Так вот, о значимости дорог в стране, о важности их содержания и о проводимом капитальном ремонте на одном из участков расскажет Альбина Ламкова. В каждой стране транспортная система играет одну из важных ролей в развитии экономики и социальной жизни. Отмечается ежегодное увеличение потока машин. А для того, чтобы они достигали конечной цели, требуются хорошие дороги. Для этого на одном из участков к подъезду к Черкесску проводится капитальный ремонт. Эта трасса является связующим звеном между нашей республикой и Ставропольским краем, а также городами с КФО. Участок дороги проходит по территориям Адыгейхабльского, Абазинского и Ногайского районов республики. Вот по населенным пунктам, по которым мы проходим, это Адыгейхабль, Эркинхабль, это Эркиншахар, мимо Адыгейхабля проезжаем. Эти участки, которые, значит, обустроены искусственным электроосвещением, тоже будут переустроены с двух сторон, так, чтобы обеспечить необходимые высокие транспортно-эксплуатационные качества дороги. На ремонтируемом участке автомобильной дороги производятся работы по замене основания, разборке дорожной одежды и устройству новой. Ну а самый главный момент – это расширение проезжей части. Теперь дорога будет состоять из 4 полос движения. Для проведения указанных работ федеральные дорожники вынуждены частично перекрывать участок. Это происходит поочередно от одной проезжей части к другой. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на участке капитального ремонта предусматривается нанесение временной оранжевой дорожной разметки с установкой соответствующих знаков, ограничивающих скоростной режим. Хотелось бы обратиться к автомобилистам, что соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте скоростной режим, так как дороги, ремонтные работы производятся в дневное время суток, в ночное время суток мы оставляем объект с люминесценцией совсем, то есть обращайте внимание на все знаки, которые установлены, и тогда у нас не будет никаких происшествий. На участке капитального ремонта автомобильной дороги подъезда к Черкесску протяженностью 14 километров задействовано порядка 30 единиц техники, включая тяжелую. Работает около 50 человек. Капитальный ремонт дороги рассчитан на 2 года. В связи с этим Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» призывает автомобилистов быть особенно внимательными на местах дорожных работ и соблюдать скоростной режим. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, «Вести», Карачаево-Черкесия.